Пьяный вратарь из Чехии стал звездой всемирной паутины. Роман Каспар, игрок из хоккейной любительской лиги, вышел на лед в нетрезвом состоянии. Вратарь еле стоял и неуверенно передвигался на коньках. Несколько раз, потеряв равновесие, Каспар даже падал на лед прямо у ворот, который должен был защищать. Один из зрителей залил ролик с горе-вратарем на YouTube, где он мгновенно набрал более 1 000 000 просмотров. В связи с повышенным вниманием Каспару пришлось объясняться за свой поступок. Он признался, что до матча выпил 8 рюмок рома и 3 пинты пива. Вот градусы не помешали все же Каспару достойно держать удар. Его команда выиграла соперника со счетом 8-5.